Сегодня в этом видео от магазина «Купи сувенир» хочу вам показать вот такой вот, в общем-то, элемент декора, что ли, вот такой вот декоративный маячок. Покажу со всех сторон. Он сделан из дерева, немножко такой вот винтажный, так расписан такими красками, немножко такими. Ну, в общем, как будто ему там, как будто этим маячком играли с детства ваши дедушки или бабушки. Он оформлен вот такой вот сеткой, натуральными тут ракушками, какая-то звездочка маленькая, такой заблудившийся парусник. Ну, в общем, такой вот акцентик может быть использован где-то в морском интерьере, если вы украшаете или делаете, оформляете это помещение, допустим, детскую в каком-то таком вот морском стиле. Вам понадобятся не только крупные какие-то вещи, которые, кстати, тоже продаются в магазине «Купи сувенир». Там штурвалы, рынды какие-то, там сети, я не знаю, там какие-то декор там настенный или настольный. Ну вот можно использовать где-то вот такой вот акцент, тоже будет своевременно, своеместно, уместно, вернее, его где-то использовать, поставить на полочке или на столе вот такой вот деревянный маячок винтажный. Спасибо.